воде начал чиркать. Вот, и вот и, короче, это продолжается там год, наверное, может больше. Какая? Какую? Не, я здесь и все. Это специально для вас закрасили. Если бы. Хорошо, хорошо. Не, мы здесь и все. Давай, если всех разгонишь, теги с собой возьму. Привет. Чего? Да. Чего не спишь? Плохо? Почему плохо? Потому что пятница. Слушай, а просто разные слова. Пытаюсь разного цвета сделать, чтобы красиво было. Пока не очень получается. Надолго вот этот баллончик хватает? Не. Ну, на парочку таких стенок максимум. Уличный. Художники рисуют. Ну, это граффити, не знаю. Ну, для кого-то художник, для кого-то нет. Сам себя художником вряд ли считаю. Какой интересный парень. Я пыталась разобрать слова, и я ничего не понимаю. Тут, чтобы понимать, надо самой пробовать. На, пиши. Будешь? Сейчас я придумаю сначала. Давай. Тут отдел только рядом. А, на твоем нельзя, да? Ну, место-то есть. А какие-то вот, ну, рисунки тоже ведь можешь, да? Конечно. Могу, но неинтересно. Надписи мне больше нравятся. Да к днем люди против. Против? Конечно. Ладно, о чем они говорят? Конечно. Это же вандализм, не всем нравится. Потому что странно. Много кому не нравится, я бы сказал даже. Ну, цвет был такой, должен быть такой по закону. А чего ж ты хулиганишь-то? А вот. А чего у тебя такое на голове? Фонарик, как у шахтера. Да не, камеру снимаю. А, снимаешь? Да. Ты потом будешь звездой Ютуба. О, у тебя есть Ютуб-канал? Конечно. У кого его сейчас нету? Так что. И сколько у тебя подписчиков? 150 тысяч. Тысяч? Да. Ну ты на своем канале вот показываешь, да? Ты свои рисунки, художество свои, да? Да, да. Или ты что-то еще помимо рассказываешь? Не, редко. Говорить не особо люблю. Ну что, будешь пробовать? Не знаю, что писать. Да просто что хочешь напиши. Имя свое напиши, он пойдет. Давай, просто не слушай. Ну тут на асфальт, мне кажется, лучше, чтобы туда не упали. Только смотри. А я не испачкаюсь? Ну, если будешь аккуратно, то не испачкаешься. А-а-а. Это оттирается, что не смертельно. Давай розовый. Как я сразу не догадался, что надо розовый давать. Ладно, сейчас попробуем. Поближе чуть. Еще поближе? А, чтобы было да. Почетче, да? Блин. Ну ты так наискосок сделай, чтобы на парня не заезжать он. Ладно, свои. Понятно? Да. Норм? Ну все, считай, это графичится теперь. кстати, в чем-то у меня есть. Я левша, у меня есть какие-то таланты. Я просто их не могу раскрыть. Давай другой, дай снимем. А где остальные листики? Я снял, чтобы удобнее было. То есть надо просто поближе, да? Ну да. Ну все, пушка. Кличка моя. Кличка? Ну, Век. Да. О. Конечно. А ты сейчас нафоткаешь, и еще непонятно, что там нарисовано. Ладно, я убежал. Ладно. Давай, не болей. Ладно. И не грусти по пятницам. Ты теперь граффити умеешь рисовать, если что, занятия есть.